Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Тренировка. Я надеюсь, что у меня только один отряд. Хорошо. Хорошо, я его отправлю дальше тренироваться. Смотрите, 66 уровень, не за горами. Дорогие вы мои, первое место, как видите, у меня на арене. И продолжаем сюжетку. Кстати, ежедневные испытания я сегодня прошел за кадром, и сейчас приблизительно покажу, с кем я воевал. Да, вот с этими ребятулями. И я вам скажу, что они сосунки. Просто сосуночки. Разбомбил даже, не поморщился. Но единственное, что мне позволили выбрать любого юнита. То есть я брал вот эту башню. Также я брал... Сейчас, секунду, ребят. Мага-рыцаря. Потом у меня был Джаггер, Прыгун. И брал я босса-ведьму. Да. И вот такой вот командой рулил. В принципе, довольно неплохо. Все отлично. Все три попытки, как говорится, прям в ворота. Нормуль я так получил бонусов. Ну ладно, это уже не суть. Мы с вами продолжаем играть. У нас с вами... Ага, здесь мы прошли. А, вот тут мы с вами не прошли босса. И в чем же там была загвоздка? Все, я вспомнил, нам мешал с вами Ронин. Да, этот проказник Ронин, он нам мешал. Давайте тогда мы с вами возьмем вот этот отряд и попробуем. Тут главное успеть до того, как Ронин выскочит в ярости. Если в ярости он выскакивать не будет, у нас все хорошо пойдет. Если он будет сейчас психовать, то уже будет очень плохо нам. Я надеюсь, он не выбежит. Я надеюсь на это. Выпускаем рыцаря. Так, 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 нормуль. Пока нормуль, терпимо это все. Он, конечно, убьет сейчас, наверное, мне рыцаря. И то не с удара. А вот воин-маг его, естественно, сейчас разбомбит. Дальше. Дальше нам нужно копить на босса. Угу. Будем вызывать ведьму. Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее, немножко осталось. Ну... Черт подери. Давай, ну-ка. Есть, все, я вызвал ведьму. И теперь в помощь. Тихо, 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 не надо тут буянить. Ну что такое-то, ну что такое, блин. Есть, нормуль. Так, Вуджен, пошел отсюда. Не мешайся. Подожди, а почему у меня у ведьмы так так мало здоровья? Я что-то не понял, эй. Давайте, наверное, прыгуна возьмем. Возьмем прыгуна. Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Да ну, ну, хорош ты. Сдувает он мне тут. Ой, по красоте. А если мы вот так вот сделаем? Так, тихонько. Давай, Вуджена, ну... Блин, я боюсь, сейчас у меня ведьма погибнет. Да ну, хорош. Да как такое может быть, блин? Мы ничего не можем сделать, абсолютно. Абсолютно ничего не получается. Ты представляешь? Ладно, хорошо, давай еще возьмем прыгуна. Возьмем еще одного всадника на журавле. Да ты посмотри, что происходит. Так, а если вот так вот сделать? Блин, поздно мы это все, конечно, делаем с вами. Очень поздно. Во-во-во-во-во-во, давайте, давайте. Всаднички, давайте забомбите босяру. Есть! Ха-ха-ха. Вот так вот будет знать свое место. Так, Вуджен. Ну, блин, надо было мне ведьму вызвать. Ох, там была возможность. Сейчас мы вызовем, не волнуйтесь. Главное, что... А, в принципе, у меня времени-то нету. Мне главное, чтобы не нанесли урон по моей базе. Тьфу ты, а я тут спешу. Я теперь вообще на расслабоне, если честно. Смотрите, что сейчас будем делать. Ой, Вуджен, радость ты моя. Иди отсюда, вон туда. Все, сейчас просто-напросто разбомбим базу. Ведьма, как видите, подходит. И сейчас все будет в куражах. Все, смотрите, он даже припух. Он даже никого не вызывает. Ну, вызвал тут, конечно, всадник. Тихо, карточка. Карточка мне нужна. Вот так. Ну что же. Идеальное прохождение. Ну, согласитесь, босса, конечно, вражеского этого ветродуя еле одолел. Я даже не могу понять, почему ведьма там не справилась. Вроде бы он ее так особо сильно не сдувал. Она также производила зомбарей. Ну, ладно, зомбари улетали. Но почему у него так мало жизни отнимались? Странно. Ну что же, мы с вами переходим, естественно, на поле битвы
где у нас тут людишки. И, как мы видим, у нас тут уже начинается. Смотрите-ка. У нас убийца и черный рыцарь. Соответственно, что же нам нужно тогда сделать? Нам нужно взять вот эту вот бригаду. Знаете почему? Потому что мы с вами вызываем в первую очередь молотильщика. Молотильщик поедет, этот в инвиз уйдет. А вот потом кого брать? Хм. Слушай, не прокатывает у нас этот вариант. Он же перед базой. Нет, он перед базой не проявляется. Он прям бьет до последнего. И идет в инвизе тоже до последнего. Что ж тогда будем делать? Хорошо, давай попробуем вот этой вот компашкой. А там уже дальше будет видно, прокатит, не прокатит. Но я знаю, что это будет очень тяжело. Потому что здесь еще и расстояние, вы посмотрите, просто минимальное. Как нам быть? Ну давай попробуем вот. Ага, вот он что сделал. Он сделал вот так вот. Хорошо, ладно, я попробую сейчас вызвать. Эй-э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 й, давай-давай, фу. А, вон в инвиз ушел. Ну? Он, по-моему, не нанес урона, да? Фу ты, так это ж хорошо. Это ж просто замечательно. Ну? Так, вот он выходит. А тут мы вот так вот делаем, бац, и все. И воришка, как говорится, не прошел далеко. Так. Секунду, секунду. Давай-ка мы вот так еще вызовем еще одного голема. Эй, эй! Да ну, хорош! Фу, успела, успела ниндзя его подбить. Вот этот, кстати, вот воришка. Вот хуже не придумаешь его. Он в инвизе идет. Причем довольно долго. Есть, разбомбили. Дайте мне карточку базы. Она мне очень сильно пригодится. Фух. Есть, ребятули! Поздравьте меня! 66 уровень. Мы с вами заработали. Ух, это же круто. Так, вся энергия, 99 тысяч голды. Соответственно, нам сейчас надо будет всех наших персонажей прапать. Ну, это, знаете, это как бальзам на душу, ё-моё. Я вообще обожаю, когда мы с вами получаем новый уровень. Соответственно, мы с вами крепнем, становимся сильнее. И, соответственно, игра проходится уже намного легче. Так, молотильщик, голем. И Джаггер, конечно же, наш любимый Джаггернаут. Все, здесь мы с вами прапали всех. У нас в магазине-то есть какая-нибудь халявка-то? Нет никакой халявки. 267. Кстати, а сколько нам нужно для того, чтобы мы смогли... Ай-яй-яй, совсем немножечко не хватает нам для того, чтобы мы смогли открыть с вами сундук. Это эпический или как вот там? Хм, жаль, конечно, жаль. Так, ну ладно, давайте мы вот этих еще прапаем в обязательном порядке. Просто в обязательном порядке. Так, рыцарь. Естественно, маг-рыцарь. Дальше мой прыгунок. Всадник на журавле. И моя башня, база. Так, что это за квест у нас тут? Ага, вот так. А тут что? Призови захватчиков, 75. И получим 5 гемов. 5 гемов. Захватчики, хм. Ну что ж, давай здесь тогда прапаемся маленько, да? Щитобот, баллиста, кто тут? Паладин. А паладин у нас, оказывается, легендарная карта. Хм, и самурай, что ли, тоже? Или я что-то неправильно понимаю? Я думал, что желтые карточки, это, знаете, как супер-пупер элита. Или просто у них по цвету так определяется. Смотрите-ка, я прапал всех, у меня еще остались деньги. Ну, это прям нонсенс какой-то. Естественно, я буду, ребят, качать Ронина. Так, 66 уровень у Ронина, и мне также нужен лучник. Я его давно, кстати, не качал, и давно им не играл, между прочим. Давайте, наверное, еще служителя тьмы. Мне кажется, что он нам скоро пригодится. Все, вроде бы деньги я потратил, и мы с вами продолжаем. У нас энергия, опять же, вся восстановилась, и следующий этап, это второй у нас. Кто здесь? Такой рыцарь. Ну что же, лопушок. Попался ты, вот что я могу сказать. И я думаю, что мы возьмем вот эту вот бригадушку здесь. Как раз потому, что у него спам, и у меня будет спам. Будем на равных. Единственное, конечно, мне вот не нравится этот воришка. Он меня раздражает просто-напросто. Он хитрый, юркий и быстрый. И проблематичный. Ну, для меня, по крайней мере.
Да ты, эй, ты подожди, ты куда это разогнался-то, малой? Отдохни маленько с дорожки-то. Притомился, поди. Ты посмотри, блин, они достали тут, если честно. Так, 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 смотри, что, что, посмотри, что выходит. Эй. Фу, мы, по-моему, мы все-таки, да, успели. И это хорошо, это радует уже. Пора тут разносить все к ядрени фени. Эй! А чё у вас так много-то? Чё так много-то, я не могу понять. Ну, да, нормуль. Фу, я просто как этот воришка подходит к базе, мне аж сердце замирает. Думаю, сейчас не дай бог повреждение нанесет. Но, как видите, ничего он не наносит. И у нас все замечательно получается. Давай паладина вызовем. Заморозка. Хе-хе-хе-хе. Думает, на простачков напал. Да не тут-то было. Вот что я вам скажу. Так, дай-ка ураганчик. Сдуло этого воришку. И мы, соответственно, с вами разбиваем базу к ядрени фени. Я даже ускорюсь. Так, эть, не успел ману. Эй-эй-эй-эй. Я же думал, пробежит. Никуда он не пробежал. Ну давайте, 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 давайте. Базу-то разносим. Есть. Отлично. Великолепно. Фух. Ну что же. Третий бой, кстати, это у нас последняя, да, карта. И потом мы с вами отправляемся в дальний телепорт. Тут 70 уровень у нас мага, воришки и рыцаря. Хм. Я, наверное, так же и оставлю. Я не буду никого менять. По-моему, довольно неплохо у нас здесь получается. Единственное, что здесь у него нет спама. Да он нам, в принципе, и нафиг не нужен, согласитесь. Мы сейчас будем делать свою тактику, разрабатывать. Естественно, щитобот идет... Блин, ты что ты мне... Все карты путаешь. Мне нужно... Вот, вот, сейчас, смотрите, смотрите, сейчас что будет. Вот он проходит в инвизи, и, соответственно, я вызываю уже паладина. Вот так вот. Ну и паладин с ним справится без проблем. Так, тихо, деньги отдай. Дальше также нужно, ребят, никогда... Хотя, в принципе, что мы волнуемся? Сейчас все будет хорошо. Сейчас бомбанет, а? Бомбит-то этот маг нехило, я вам скажу. Очень нехило. Давай, давай, воришка, иди сюда. Не, только не баллисту. Погоди-ка, я не помню, мы что, тут проигрываем, что ли? Эй! У нас, смотри-ка, как... Это все вот этот вот маг зловредный. Точно, я думаю, что как-то быстро у нас тут разбирает всех. А это именно он так делает, массовая атака. Да ладно, хорош вас, еще тут двоих не хватало. Я с одним-то не могу справиться, они тут вдвоем прибыли. Нет, что-то не то, ребят, что-то не то. Баллисту уничтожит, сейчас баллисту... Слушай, да что за ерунда-то такая? Я не могу понять. Так, секунду, давай вызовем паладина. Вообще в идеале бы... Блин, мы опять что ли проигрываем? Блин, проигрываем мы с вами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Воришка идет, воришка идет. Да, а мне и выставить-то некого. Фу. Супер удар сработал вовремя. Так, я вызываю баллисту. Да ну, хорош. Приперся тут тоже мне. Давай, баллиста, уничтожай этого нафиг мага. Вот, минус один. Времени-то сколько? Мало времени у нас. Вот что я вам скажу. Очень мало времени. Тут еще и... Нет, родной мой. Как-нибудь не так, в другой жизни ты пройдешь к моему замку. Только не сегодня. Я вызываю вторую баллисту. Все, сейчас должно пойти у нас. Ой, а время-то 24 секунды. Фу. Не успеем, боюсь, ребятули, не успеем. За 18 секунд, нет, это нереально. Черт, а как же так-то, почему так хреново-то у нас получилось-то, а? 10 секунд, нет, 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 нет. Вот. Вот этот вот маг, это просто какой-то паршивец. Он даже для меня сейчас кажется хуже, чем этот воришка. Ну да, проиграли мы здесь. Ну как проиграли? Мы не проиграли, мы просто-напросто с вами не получим бонус. Но это меня не устраивает, вы знаете прекрасно, что я буду сейчас переигрывать. Ну что это за дела такие? Ты посмотри, вот этот вот мечник, не такой уж он и простачок. На 70 уровне ты фиг его пробьешь. Как ни странно. Так, дело дрянь. Я собираюсь переиграть этот уровень. Ну его нафиг. Но собираюсь я сделать это немножко по-другому. Я хочу взять, знаете что? А почему бы и нет?
В принципе, да, нормуль. Я думаю, здесь хорошо получится. Единственное, что, конечно, прыгун как-то вот он здесь не вписывается. Он не в тему здесь. Хотя он магов очень хорошо шинкует. Может быть, даже и пригодится. Так, значит, делаем с вами таким способом. Я коплю на мага воина. Вот, идет, естественно, идет этот охламон. Как же без него? Выпускаем своего рыцаря. Да глуши ты его, ё-моё. Да куда ты прыгаешь-то, придурок, блин, а? Ну ты чё делаешь-то, дебил? Жесть, это я офигею, я финиш, блин. Прыгает, куда распрыгался, блин? Вальнул бы, потом бы прыгал. Нет, ребят, на самом деле, я сам тут дурака свалял. Зачем я начал вызывать оборотня, если он действительно перепрыгивает? Нет, опять переиграл. Такой расклад меня не устраивает. Но он взби... Не понял. А, да, зря я, конечно, своего прыгуна расхаял. Нам же нужно было просто успеть замочить базу. А то, что там урон нам по базе... Фух, ну ладно. Что-то я сгоряча тут распылился. Да, надеюсь, прыгун меня простит за это. Так, ну что, ребят, мы смотрим, здесь у нас, в принципе, та же шайка-лейка, что и была, но здесь уже будет много спама в виде вот этих вот мечников, крестьянинов. И лечка. Ну, лечка, я думаю, что это ерунда по сравнению, если брать того же самого мага. И возьму я, пожалуй, вот эту вот... Блин, вот эту вот... Да, я возьму эту бригаду. Именно ей хочу я поиграть. Поехали. Спама будет много, еще раз повторю. Поэтому я заинтересован в големе. Да, голем должен быть первым. Вот так вот мы выпускаем его. Чего он опять там тихорит, а? Вражина. Ну ладно, хорошо, он вызывает мечника. Ах, вот ты как. Вот он как решил. Хорошо, тогда для этих целей нам понадобится ниндзя. И нам понадобится джаггернаут. Все, вот сейчас будет все хорошо, ребята. Смотрите. Да идите вы в баню все. Так, погоди-ка, погоди-ка. Мне не нравится, что этот охламон так легко прошел. А ну-ка, ниндзя, устрой-ка ему карнавальную ночку. Слушай, да не может быть, чтобы так вот все легко и просто у нас тут получилось. А ведь на самом деле все легко идет. Смотрите, я не напрягаюсь. Меня напрягает здесь только воришка. Вот он, вышел, 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 вышел и попал. Он просто попал. Так, деньги. Ну что же, отлично идем. Последний этап у нас здесь. Как говорится, проходящий. И здесь королюшка 71 уровня, маг 70-го. Жрица 71-го. Оу. А вот тут вот. Вот тут, наверное, будет жарко мне. Слушайте, а если я возьму вот здесь? Мне же главное... Погоди-ка. Ну да, мне, в принципе, главное удержаться... Вот от этого воришки. У нас тут дистанция нормальная, так что должны, в принципе, успеть от, как говорится, отфармиться, не отфармиться. Наклепать себе, короче, армию и устоять. Сейчас будем делать с вами, не волнуйтесь. Сейчас все будет хорошо. Как всегда, мы с вами набираем максимальное количество манны. Сейчас стопудово выпустит своего воришку. Естественно, ну как же без воришки, ну как же. Без воришки никак. Ну давай, давай, маг, воин, ты мне сейчас нужен здесь очень сильно. Он думает, что он пройдет. Хе-хе, с удара его, да? Опс. И нету никакого воришки больше здесь. А теперь я уже коплю на ведьму, уж извините меня. Так, блин, да что ж ты будешь делать-то? Иди отсюда, ты мне не нравишься. Ты меня раздражаешь, воришка. Блин, да как ты... Да как ты прошел-то? Опс. Все, зомби готов один. Но он сейчас вызовет своего короля. Блин, а король это мощный чувачок. Не стоит об этом забывать. Поэтому давайте-ка я вызову всадника на журавле. И прыгуна еще к тому же. Да, да, в придачу. Ох, сейчас не поздоровится. Не поздоровится ему. Ну где там твой рыцарь-то? Я не вижу. Где босс-то? Вызывай. Вот он. Эй, явился. Куда он там пропал-то? А, вон он, вон он. Эй. Фу ты, воришка уже побежал там радостный. Ну что же, вы сами все видели своими глазами. Я разнес просто в хлам его. Он даже ни малейшего шанса не дал на победу. Сундук подданных. И выпадает нам отсюда ерунда полнейшая. Вот не считая, конечно, то, что дали мне карточки на базу. И...
Оу, 13 карточек ветродуя. Жаба с пушкой не особо мне нравится, а вот это вот уже хорошо. Ну что, ребятули, отправляемся с вами в следующий телепорт. Квест завершен, странник. Кстати, у нас очень много квестов, по-моему, завершено. Поэтому, я думаю, можно взять гемы. Может быть, у нас хватит на то, чтобы купить сундучок. 4. Блин, не хватает, да, чуть-чуть. Сразитесь в боях на арене 5. На боях на арене 5. То есть они предлагают мне подраться, да, на арене 5 раз. Ну давайте. А я смогу подраться-то хоть? Вот, давайте сейчас чисто для того, чтобы получить гемы, мы с вами подеремся. Кого нам там дали? 59 уровни, я думаю, что вот этих вот ребят я возьму. Блин, ну база, конечно, слабенькая, 10 уровня. Если по ней плевок какой-нибудь сделать, она у меня рассыпется. Слушайте, может, не будем рисковать или будем? Прыгун, нет, не будем, прыгун здесь. Ой, кого же взять-то нам? Ну, давайте, давайте вот, нет, давайте нашу стандартную возьмем. Играем мы против смерти. Ну, так назвал себя чувачок. Смерть. Эй, а что это у нас? А что это у нас с картой это вдруг случилось-то? Эй, ребятули, что за лаги, что за глюки? Я на это не подписывался. Что за ерунда, а? Ты посмотри. Офигеть, блин, играем с вами в небе где-то. Текстуры пропали. Эй, прыгун, смотри, как он злой, да? Злобный прыгун. На тебе. Так, я стреляю. И бомс. И базы почти не осталось. Вот и все, дорогие мои друзья. Развалили в пух и прах. Да, первое место сохранил. Я представляю себе, я сейчас еще упал бы с этого места. И подбираем 3 гема. А вот теперь-то, мы идем в сокровищницу. И покупаем сундук захватчика, где нам выпадет 880 карточек и захватчик эксклюзив. Хм, заманчиво? Заманчиво. Поэтому покупаем. И... ох, ядрить тебя на корень. Ты посмотри, 86 защитников, 255 жаба с пушкой. Я считаю, ух ты, мы даже кого-то можем проапать. Кто же это у нас, что? Ох, елки-палки, и базу. И жаба с... это же жаба с пушкой. Жаба с пушкой же, да? Да, именно она. Развиваем. Слушайте, ну четвертую звезду получает. Может быть, все-таки когда-нибудь дойдет до нее очередь. Мы попробуем ей поиграть. Но самое главное, что у меня база апается до четвертой звезды. Вот это хорошо. Ух, шикарно. Нифига себе, на пятую звезду нужно 2000 карточек базы. Сторожевая сфера. Офигеть. Но, тем не менее, согласитесь, это круто. Это вообще великолепно. Кстати, смотрите-ка, если мы на ниндзю с вами найдем где-нибудь 9 карточек, мы сможем проапать ее до 4 звезд. И это вообще будет великолепно. В общем, я доволен, да. Ну что, а следующий, наверное, мы с вами будем копить вот на этот сундук. Очень долго. А вы посмотрите, кстати, 325 для того, чтобы прапать, чтобы получить нам следующий сундук, нужно уже 325 карточек. То есть цена повышается. Ладно, а мы с вами будем копить вот на этот. Долго, упорно, но зато как с вами достанем карточек-то оттуда, сразу прапаемся. Ну все, отправляемся с вами в бой. У нас с вами территория захватчиков. И давайте-ка прицениваться. 66 уровень. Ну, наконец-то мы начинаем уровень с равных нам по силе персонажей. Но здесь нам нужно взять кого-то крепенького. Крепенького, потому что этот защитник космический, вот этот, он довольно серьезный. Хотя, если мы возьмем вот этих братюнь, мы должны здесь противостоять, потому что, ну, грубо скажем так, нет, паладин все-таки уступает по защите этому защитнику. Но зато не забывайте, что у защитника, ой, у защитника, что у паладина есть атака против воздушных целей. А у этого защитника, к сожалению, нету. А может быть, к счастью. Нет, ну, к счастью для меня в данный момент, когда я играю, сейчас, вот сейчас посмотрим, смотрите, ребята.
Они равные по силе, абсолютно. Блин, ну так нечестно, елки-палки. Конечно, он сейчас будет жаба помогать. Я-то хотел на по чесноку посмотреть. А мы тогда вот так сделаем. А? Че сразу? Че сразу сморщился-то? Не нравится? Ну вот и мне тоже не нравилось. А теперь получай вот звездюлей. Просто мне было бы интересно вот в поединке один на один. Паладин и вот жаба. Кто кого бы? Мне кажется, все-таки жаба выиграла бы. Потому что... ну, она сильная. У нее очень много дефа. Ладно, базу разнесли. Отлично. Мы с вами продвигаемся дальше. Тут все у нас четко. В сухую, как говорится. Без повреждений. И здесь у нас появляется Тритоша. Тритоша, который может отражение повесить, да? Вы мне так же писали? Да, он может и защиту. Ну что, я думаю, менять мы ничего не будем. Пойдем этим же составчиком, этим же коллективом. И будем раздавать бесплатные звездюли. Особенно мне нравится удар 1000 звездюлей. Так. Ну, пока ничего не будем делать, пока ждем, терпим, терпим. Терпим. Что-то он... что-то как странно, никого он не вызывает. Ладно, я вызываю... да, ну, как всегда, я хочу сейчас вызвать баллисту. Он не то, что хочу, а он здесь нужен. Понеслась. Сейчас, соответственно, будем помогать суперударом. Вот. Тритоша, а ты вышел и... и ничего сделать не... а он даже и драться-то не умеет. Тьфу ты! Тритоша, елки ты палки. Ой. Шерстяной ты наш чулок, блин. Я-то думал, что он может хотя бы там, ну, как-то за себя постоять. А он просто стоит. А где ребята, которых я должен защитить? Да давно сдохли уже эти ребята. Да, ну, Тритоша. Почему я и говорю, что мне он не нравится. Так, а вот здесь уже да. Здесь у нас появляется бородавочник, который так же, как и Ронин, может впасть в неистовство и, соответственно, сбивать и отталкивать всех врагов на своем пути. Но только не в этот раз. Только не в этот раз, потому что я дам ему достойный отпор, надеюсь. Мне нужно только паладина. У нас, кстати, с ним одна ценовая категория. У него... бородавочник стоит 275, и у меня паладин стоит 275. Блин, да ты достал уже своей жабой. Давай быстрее, вот, баллиста. Да, дорого стоит баллиста, ничего не могу сказать. Ну, на то он баллиста. Зато, смотрите, он побеждает сразу несколько целей. Что нам, естественно, выгодно. Куда? Разогнался, уже хотел там навостриться, побежать. Но супер удар от моей... базы его просто порвал. Блин, вот и защитник вышел. Да посмотри, какой он крепкий, а? Смотри. Офигею, блин. Очень жесткий чувачок, конечно. Но мне кажется, он не мощнее этого нефритового бойца. Что это за звук? Что это сейчас за звук такой был? Странный. Какой-то странный звук, такое ощущение, что, знаете, как будто какая-то машина сломалась механическая. Я же даже немножко испугался. Так, ну что, давайте сюда и... ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хищнец, вот мы и дождались этого негатива, когда появляется у нас зловредный враг, хищнец, которого, к тому же, еще 68 уровень. Соответственно, мы будем с вами брать вот это вот, наверное. Или нет? Или вот это вот? Черт, я даже не знаю. Блин, прям вот... ну кто вот против него может противостоять? Здесь нет таких сильных бойцов. Мне кажется, вот это вот надо брать команду. И как-то пытаться вырулить. Не знаю, что у нас из этого получится. Хищнец, его нужно контролировать. Причем довольно серьезно контролировать. Вот он выходит, вот он выходит. Интересно, у меня справится мечник с ним или нет? Так, ладно, предположим, удар. Эть, нет, не справится. Что же тогда делать? Ну, тут проигрывать, это понятное дело. Другого варианта нету. Слушай, а что же тогда делать-то нам? Как быть? Черт подери.
Засада. Слушайте, давай попробуем вот этой командой. Почему? Потому что я могу вызвать молотильщика. Я думаю, что должны здесь мы с вами. Он все-таки будет покруче по дамагу, молотильщик. Сейчас проверим. Сейчас он прыгнет ко мне, я вызываю молотильщика и посмотрим. Но если молотильщик сдуется, все, это жесть будет. Это будет жесть. Так, давай. А мы можем, знаете, что? Во! Вот так вот сделать. Ну, давай, второй удар-то. Вот так, хорошо. Но он сейчас еще одного вызовет. Блин! Нет, 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 твою медь! Проигрываем, ребят. Хотя, нет, не будем мы сейчас проигрывать. Давайте вначале мы завалим базу все-таки. Проиграть-то мы всегда проиграем. Ну, по крайней мере, я имею в виду сдаться. Мы сдадимся в любой момент. А я сейчас хочу просто разбомбить ему базу. Ведь это все-таки тоже опыт. Зачем его терять, да? Что-то я об этом как-то и не подумал. Так, и ускорение просто поставим с вами. Вот такое вот. Заморозка. Фаербол. Денюшка лишняя, которая не лишняя совсем. Эй-эй-эй, Тритоша, успокойся, пожалуйста, со своим щитом. Угу, отлично, мы разбомбили базеночку. Но это только полдела, потому что переигрывать по любасику я буду. Значит, короче, ошибка была моя в чем? В том, что я следом за големом выпустил молотильщика. Не надо было так делать. Надо было вначале выпустить, ну, предположим, молотильщика или голема. А уже, ну, короче, должно быть какое-то определенное расстояние и промежуток между ними. Иначе они вместе соединяются, и просто этот хищнец перепрыгивает, и, соответственно, там все. Хана мандрыганы называется. Смотрите, сейчас мы с вами немножко по-другому сделаем. Вот, сейчас он идет, да? У нас как раз накапливается, накапливается, вот. Вот, и теперь все отлично. Не спешим. Теперь у меня есть джаггернаут, которого я смогу... Тихо, я не понял. Фу, что за ерунда-то? Джаггер! Фу, молодец, отлично. Успел вовремя. Теперь я фаербол туда. Ну вот и все, в принципе. Уже пошло, как говорится, дело. Так, я не понял, что за дела-то? Так, главное, чтобы этого прыгуна не было. Точнее, хищнец этот не вышел здесь раньше времени. А он выйдет. Вот он уже бежит, бежит довольный. Уничтожает мою ниндзю, да? Нет, не успел. Это хорошо, что он не успел. Ну давайте там, что вы там теребунькаетесь-то с ними? О! Да, все-таки молотильщик хорош, хорош. Ну, базу-то уничтожаем. Да. Фух. Продвигаемся дальше. Последний, последний у нас тут уровень. И здесь же, ну да, здесь, понятное дело, босс. Здесь, опять же, хищнец, опять же, бородавочник. В общем, все то же самое, что было до этого. Только добавляется еще босс. Хм. Кем будем рулить? Вот этой бригадой? Нет, все-таки вот этой. Да, нам придется этой. Блин, вот дед. Этот же промойщик мозгов же деда моего захомутает. Я больше чем уверен. Ну ладно. Риск, благородное дело. Я это всегда вам говорил. Хотя, мы могли той командой. Тут расстояние довольно приличное. Мы могли бы с вами успеть, как говорится, сделать даже там прыгуна или кого. Тихо, тихо, я и забыл, что ты такой есть. Красавчик-то у нас. Ага, вот он, вот он, вот он. Бежит, 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 бежит. Сейчас он будет прыгать, а мы приготовимся к этому моменту. Оп! И такой сразу: обломись! А ты что думал? Не все так просто. Так, у меня фаербол. Фаербол надо вот сюда. Ну его нафиг, этого защитника. Кстати, а что я тут расслабился-то? У нас же босс здесь. Мне нужно вызывать деда. Обязательно деда нужно вызывать. Дед, давай, я жду. Вот, дед готов. Дед готов. Угу. Попрыгулькин вышел. С удара его бумс. И нету больше деда. Ой, деда, елки-палки, конечно же этого хищнеца.
Где-то у нас все нормуль. Давай вот так вот. Дыч. Вышел этот промощик? Вышел, вот он. Мозготер вышел. Давай, давай, давай. Бомбим всех тут. Успеем, интересно, пробить, нет? Должны успеть. Ну. Есть. И дед. А, нет, дед жив. Ну, что же я могу сказать вам. Здесь победа за нами. Ты посмотри, что тут происходит. Просто замес, просто каша возле его территории, возле его базы. И фаербольчиком еще. Блин, не туда он полетел, конечно. Хотел добить. Ну да ладно, победа все равно уже за нами. Я еще и Джаггера вызову. Пускай ему жизнь малиной не кажется. Иди. Так. Да, про хищница-то не стоит забывать, кстати. Он же может из-под тяжка перепрыгнуть и быстренько ломануть на нашу базу. Но уже все, можно расслабиться. Так. Фух. Забираем, ребят, с вами защитник, сундук захватчика. 10 карточек на босса. Так. И у нас энергия-то хоть какая-нибудь есть? Есть, еще 2 энергии. И здесь у нас толкатель и бомбер. Толкатель и бомбер. В принципе, мы должны здесь разрулить ситуацию. Все чин-чинарем будет у нас. Так, блин, правда, короткое какое-то расстояние у нас здесь. Хе-хе-хе, кого будем? Будем вызывать мага-рыцаря. Однозначно. Ну, кто там у тебя пойдет первым-то, я не могу понять. Бомбер твой? А, толкатель. Толкатель. Слушай, ну толкателя мы сейчас разнесем. В хламину причем. Угу, бомбера пропустили, да, и фиг с ним, с этим бомбером. Давай вот так вот сделаем. Да ёпрсте. Толкатель, иди отсюда. Все. Четко. И последняя у нас энергия остается, да? Последняя энергия. Здесь боксер добавляется. О, 68 уровень. Фулл звезды. Хм. Заманчиво, блин. Однако себе. Ладно, попробуем. Попробуем. Ага. Сейчас спам пойдет. Стопудово, наверное, да? Или не пойдет? Главное мага-рыцаря только вызвать, и все пойдет у нас как надо. Вызываем. Так, вызываем сразу рыцаря темного. Ого, смотри, какой толкатель крутой. Какой толкатель крутой. Но не настолько крутой, чтобы выстоять против моего рыцаря. Вот так вот все это дело делается. Запинали, как говорится, мы их, да, ребят? Запинали, не дали шанса вообще никакого. Толкатель опять вылез. Ну, прожигаем его. Да падай ты уже. Так, боксер, хорош выделываться. Нифига он оттолкнул. И... Блин, ну... Во, вот оно. Фух, ну что же. Вот как-то так сегодняшняя серия у нас прошла. Я считаю, что хорошо. Мы все-таки сундук сегодня открыли. Немножко прапались. Получили целый уровень с вами. Вообще. Четко, лучше не придумаешь. Так, ух ты, не понял я. Погоди-ка, о чем мы с вами... Секунду. Ёпрсте, ты посмотри. Лорд пустоты получает у нас 4-ю звезду. А вот это круто. А вот это круто. Гравитационное поле. Воздействует на пространство и время, замедляя атаки всех бойцов. Ага, вот он что значит делает. Ну тогда серия вообще прошла идеально, ребята. Смотрите, тут тоже немножко карточек осталось для того, чтобы... За этого, как его... Страж. Чтобы этого стража прапать на 4 звезды. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы на этом с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Ну а мы увидимся с вами в следующих новых видосиках. Всем пока, всем удачи и до скорых встреч.